После прогресса на переговорах по Сирии в Астане нужно достичь широкого политического соглашения на переговорах под эгидой ООН в Женеве. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на министерском заседании по Сирии в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Далее цитата. «Астанинский процесс помог сократить масштабы насилия и определить зону деэскалации. Для многих сирийцев это грань между жизнью и смертью. Достигнуть прогресс может стать постоянным и устойчивым, если он будет подкреплен и политическим решением конфликта», отметила Могерини. По ее словам, весной следующего года в Брюсселе пройдет вторая донорская конференция по Сирии. В ходе предыдущей в Брюсселе в рамках гуманитарной помощи было собрано 6 миллиардов евро. В следующем году Еврокомиссия выделит еще 560 миллионов евро. Совершенно очевидно, что политические процессы под эгидой ООН, которые проводит в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура, это ключевой элемент по разрешению военного кризиса в этой стране. Женевский процесс, а также переговоры о снижении насилия в Сирии, которые плодотворно проходят в Астане, и работа по оказанию гуманитарной помощи, восстановлению стабилизации ситуации в Сирии, которую мы ведем в Брюсселе, все это поможет нам объединить усилия всего международного сообщества и достичь хороших результатов.